Родные, а вы уже поплавали? Хочу, чтобы вы были частью этого божественного ритуала. Если у вас нет возможности поплавать в Атлантическом океане, то вы можете это осуществить в любом городском бассейне. А саму визуализацию этого божественного пространства я вам сейчас передаю. Посмотрите, как божественно. Это бескрайнее, безграничное море, это стихия. Пожалуйста, отметьте в своих дневниках, сколько вы плаваете. И если вдруг вы не плаваете, то что вас останавливает? Какие ограничения, какие паттерны мешают вам соединяться с этой божественной стихией, стихией воды? Всех люблю.